Вопрос на самом деле по размещению этой школы стоит уже давно. Хороший педагогический коллектив, пользуются спросом услуги, которые они предоставляют. Поэтому, конечно, я думаю, что сегодня на итоговом совещании мы примем положительное решение по размещению. Есть предложение по строительству нового модуля площадью 500 квадратных метров. Я думаю, что правительство поддержит предложение муниципалитета и постараемся в течение года проблему с размещением киоской школы закрыть.